Два протокола за незаконную торговлю и один задержанный за хулиганство. Таким стал сегодняшний результат рейда патрульной полиции по улице Екатерининской со стороны Новощипного ряда. Здесь автомобилисты паркуются в неположенных местах, а продавцы цветов торгуют на проезжей части, чем затрудняют проезд транспорта. Проблема здесь одна – это плохая проезжаемость улицы Екатерининской в районе Новощипного ряда. Это проблема для транспорта, потока всего транспорта, маршрутного транспорта и, конечно, для пешеходов. Это нарушение правил, безопасности как движения транспорта, так и, конечно, пешеходов. К сожалению, это не понимают ни торговцы, ни сотрудники привоза, разрешая производить торговлю на проезжей части, нарушая многие пункты законов и правил. В свое оправдание продавцы утверждают, что мест в торговых павильонах привоза нет, из-за чего приходится нарушать. Эта проблема существует уже не один год. И неоднократные обращения ситуацию не изменили. Мы по-любому стояли и будем стоять. Чтобы вам вы нас сегодня сняли, мы завтра пойдем на ту сторону. Но мы встанем, в наглую будем стоять. Мы обращаемся к властям города. Они нас не слышат. Еще одним из аргументов продавцов стало то, что на товар уже потратили крупную сумму, поэтому его нужно реализовывать. А у меня наличие идет круглый год, у меня теплица. Это же не на земле, а в теплице все растет. Если мы с Голландии взяли на 1000 или на 2000 евро эти вот ростки, то я не могу их не посадить, и для того, чтобы я деньги все, вы понимаете? Сегодня правоохранители в основном ограничивались предупреждениями. Но одна из продавщиц, несмотря на предупреждения патрульных, была задержана за нецензурную брань в общественном месте. Иди отсюда, со своей камерой, пока я тебе ее не разбила. Я вас предупреждал, не выражаться в общественном месте. Да, они обычно словами составляют. Все. Бери руки. Ну так, если вы при камере, извините. Это делается. Держи, я вас сейчас учу, вам делаем дорогу. На этом участке рейды проводятся регулярно. Только за последние два дня составлено 10 протоколов. Вчера было составлено около 8 материалов, сегодня было составлено около 2, ну плюс видели, что был доставлен один человек в районное отделение полиции, скорее всего, что это Хмельницкий. Буквально недавно, около несколько недель назад уже, была ситуация, что здесь осуществлен был наезд на пешехода. Для решения этого вопроса было выделено несколько экипажей аппарата управления. Для ликвидации стихийного рынка, который мы видим сзади нас, это рынок торговли цветами. Кроме этого, рынок вещевой. Полина Карюк, Денис Рудь, телеканал «Репортер».